В четвертый день масленицы работать считалось не к добру. В четверг стоит как следует повеселиться. А какие народные забавы знают соликамцы? Вы сами понимаете, что раз мне 74 года, то я знаю все абсолютно. Тем более выросла в деревне, в Чердовском крае, в Староверческом скиту. Поэтому все, что только имеется в истории нашего народа, мы знали все. Так, а масленичные гуляния какие? Ну, пока еще, ну, там, скоморохи, блины, ну. Народные забавы. Да. Какие знаешь? Я ничего не знаю. Чехарда? Ой, это народные забавы, игры, хороводы. Только что мы идем с масленицы. Были на масленице у детей в краеведческом музее. Потом, а это проводы зимы, когда ставят столб и достают приз. Тоже же забава. По столбу-то достают. Масленицу сжигают, чучело. Кулачные бои, хороводы, катание на лошадях и другие традиционные развлечения были на Руси на Масленице. Какие-то из них, кстати, будут на закрытии Масленицы на Сользаводе 6 марта в 2 часа дня.